Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня я сделаю невероятно вкусную и простую в приготовлении шарлотку. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем в густую пышную массу. Получилась вот такая густая пышная масса. В муку добавляем разрыхлитель. Просеиваем муку и добавляем в яйца с сахаром. Все аккуратно перемешиваем до однородной массы. Вот такой густоты теста получилось. Отставляем в сторону и займемся яблоками. Яблоко разрезаем пополам и удаляем сердцевину. Нарезаем яблоки на дольки. Чтобы придать особый вкус шарлотке, я буду использовать апельсин. Апельсин разрезаем на две части, нарезаем на дольки. Разъемную форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Тесто выливаем в форму. Затем выкладываем яблоки. А также дольки апельсина. Отправляем шарлотку в духовку, разогретую до 180 градусов. Шарлотка выпекалась 40 минут, достаем ее из духовки. Готовность шарлотки проверяем деревянной шпажкой. Шпажка сухая, шарлотка готова. Извлекаем из формы и даем полностью остыть. Смешиваем сахарную пудру с корицей и посыпаем шарлотку. Посмотрите, какая она получилась высокая и румяная. Давайте разрежем и попробуем.
Очень нежная и воздушная шарлотка получилась. Прекрасное сочетание яблока, корицы и апельсина. Всем, кому понравился рецепт шарлотки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!